Снеки в чайнике увеличивает расход электроэнергии за счет того, что с накипью он гораздо дольше закипает. Избавимся от этого недостатка безопасными и недорогими средствами. Для первого способа нам понадобится уксус и сода. Наливаем на дно чайника уксус и добавляем столовую ложку соды. Реакция уже пошла. Подождем, пока пена осядет, наливаем в чайник воды и ставим кипятиться. Затем хорошенько ополаскиваем. Для второго способа нам нужна лимонная кислота. Здесь мы сразу набираем воду полный чайник и насыпаем 1 столовую ложку кислоты на 1 литр воды. Растворяем лимонку и оставляем на пару часов. Затем сливаем немного воды до того уровня, который позволяет производитель, и нагреваем. Можно не доводить до кипения. Сливаем раствор и несколько раз ополаскиваем чайник. А еще говорят, что избавиться от накипи можно с помощью известных во всем мире газированных напитков. Но, пожалуй, не стоит рисковать. А вдруг, кроме накипи, они разъедят и сам чайник? Домашние хлопоты могут быть приятными. Просто нужно знать, как их сделать легкими.